трасса на Челябинск закрыта с двух сторон. Приехал, видимо, премьер-министр. Получается, машины уже 15 минут точно не выпускают. Возможно, в ближайшее время тоже не выпустят. Кто-то приехал, а все люди должны страдать. Позвонила на 102, дали телефон, который все время занят. 102 не смогли мне объяснить причину, почему закрыта трасса.